Всем привет! На связи компания «ЖАСКО», ведущий производитель оборудования для агропромышленного комплекса. Мы производим оборудование с 92 года. К нам часто поступают запросы на оборудование для производства растительного масла. Но что сказать, друзья, у вас отличный вкус. И сегодня мы поговорим про фильтр «Рамны», который используется для фильтрации растительного масла, а также других жидкостей, например, вина. Агрегат очищает жидкость от механических примесей, тяжелых жиров и парафинов. Обработка позволяет изготовить масло высшего сорта. В состав оборудования входят рама, фильтровальные рамки, насосная станция, манометр, емкость для сбора очищенного масла, емкость для сбора фуза. Фильтровальные рамки изготовлены из шлифованного бука. Это экологичный гипоаллергенный материал, он остается нетоксичным даже под воздействием высоких температур. Благодаря буковым рамкам масло при фильтрации не окисляется. Материал подходит не только для производства традиционных растительных масел пищевой промышленности, но и для фильтрации лекарственных и косметических масел. Под давлением, создаваемым насосом, масло подается во все рамки одновременно, продавливается через фильтрующую ткань, откуда выходит уже очищенным. Механические примеси, содержащиеся в растительном масле в результате фильтрации, собираются на поверхности ткани и затем удаляются с помощью скребка. Масло по трубкам поступает в емкость для сбора очищенного масла, которое при работе закрывается защитной крышкой. При сливе масла для контроля процесса крышка открывается. Также предусмотрено устройство для очистки рамок. Принцип очистки очень простой. Рамка устанавливается на устройство и с помощью скребка очищается.